Вопрос религиозного образования сегодня актуален как никогда. Согласно законодательству Азербайджана, лица, работающие в мечетях в стране, должны быть люди, получившие религиозное образование в Азербайджане. Эти вопросы обсудили на конференции, организованной Государственным комитетом по работе с религиозными структурами. Председатель комитета Мубарис Гурбанды отметил, что по этим причинам в Азербайджане был создан институт теологии, который устранит необходимость получения религиозного образования за рубежом. Интерес со стороны абитуриентов к нашему новосозданному институту большой. В настоящее время институт действует в здании Бакинского государственного университета. Но мы уже работаем над разделением зданий. Более того, есть идея создания отдельного городка, где будет действовать наш институт. Старший консультант отдела по межнациональным отношениям, мультикультурализму и религиозным вопросам администрации президента Азербайджана Музафар Талыблы отметил, что в Азербайджане есть силы, которые хотят привлечь молодежь к другим религиозным течениям. С этой точки зрения религиозное образование имеет важное значение, и на институт теологии возложены серьезные задачи. В скором времени начнется регистрационный процесс для абитуриентов. Институту теологии выделено 60 мест, 35 из которых на факультет исламоведения и 25 – религиоведения. Обучение в институте полностью бесплатное. Пока студентам присуждается только степень бакалавра, но в скором времени планируется открыть и уровни магистратуры и докторантуры.